Рад видеть вас на канале Час Ремонта. Сегодня у нас на обзоре настенный газовый котел Baxi Luna 3310FI. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, также не забудьте подписаться на уведомления, будет много интересного. Актуальные цены на эту модель вы найдете в ссылках в описании к данному обзору. А теперь начнем. Настенный газовый котел Baxi серия Luna 3310FI – это максимально эффективное оборудование, предназначенное для создания тепла и уюта в вашем доме. Итальянское качество говорит само за себя, а инновационные технологии, с использованием которых выполнен котел, приятно порадуют самого требовательного потребителя. Высокопроизводительный итальянский двухконтурный газовый котел с турбированной закрытой камерой сгорания отличается сравнительно небольшими габаритами и интересным дизайном, может обслуживать помещение площадью до 300 квадратных метров. Первичный теплообменник котла сделан из меди и покрыт антикоррозионным составом. Вторичный теплообменник и модулируемая газовая горелка выполнены из нержавеющей стали. Встроенный циркуляционный насос оснащен системой защиты от блокировки, постциркуляцией, автоматическим воздухоотводчиком. Также котел оборудован латунным трехходовым клапаном с сервоприводом, электронным расходомером в контуре ГВС, автоматическим байпасом и расширительным баком объемом 10 литров. На входе холодной воды установлен фильтр грубой очистки, а высокотехнологичная электронная плата внутри устройства отвечает за высокое качество и надежность работы. Глядя на котел, первое, что бросается в глаза, это цифровая панель управления, благодаря которой вы сможете устанавливать необходимый режим температуры не только в помещении, но и температуру горячей воды. Широкий жидкокристаллический экран проинформирует вас о работе котла, а система автодиагностики выведет на него информацию о возможных неполадках. Для контроля давления газа используется манометр. Для работы данного устройства требуется установка коаксиального дымохода диаметром на входе 60 мм, а на выходе 100 мм. Аппарат прост в монтаже, неприхотлив в сервисе. Монтаж сводится к креплению на стену в вертикальном положении, подключению водопровода, труб отопительного контура и газовой магистрали. Благодаря компактным размерам он не займет много места в помещении. Для своей работы котел может использовать как природный, так и сжиженный газ. В последнем случае потребуется перенастройка оборудования. Питание предусмотрено от однофазной бытовой сети на 220 вольт. В комплекте, кроме самого газового котла, вы получите набор крепежных элементов в комплекте и документацию, упаковка, картон. Двухконтурный газовый котел предназначен для организации отопления и горячего водоснабжения большой городской квартиры или отдельно стоящего дома. Конструкция котла оптимизирована для работы в двух режимах эксплуатации отопительного контура. В первом режиме теплоноситель с температурой до 85 градусов обращается по системе с обычными настенными радиаторами, а второй режим предназначен для систем «теплый пол», специально для которых максимальная температура теплоносителя ограничивается отметкой 45 градусов, а температура в контуре горячего водоснабжения регулируется в пределах от 35 до 65 градусов. Котел создает максимально комфортный микроклимат в помещении с минимальным расходом газа. Микропроцессорная схема управления и модулируемая горелка с контролем ионизации пламени позволяют автоматике быстро изменять тепловую мощность аппарата, не допуская перерасхода газа. Прогрессивные инженерные решения обеспечивают высокий КПД 93,1% и существенно снижают общие расходы на инсталляцию и обслуживание системы отопления горячего водоснабжения. Котел подходит для России условий, он не прекращает работу при понижении входного давления до 0,5 бара, а при внезапном отключении электричества будет обеспечиваться естественная циркуляция воздуха. Также к аппарату можно подключить таймер, домашний термостат и уличный температурный датчик. Все это сделает работу умного котла максимально организованной и экономичной. Данная модель может похвастаться великолепной производительностью. Высокая тепловая мощность в 31 кВт обеспечивает до 18 литров в минуту при подогреве воды на 25 градусов. Максимальный расход газа при этом составляет природного 3,52 кубических метра в час, сжиженного 2,63 килограмма в час. Давление природного газа должно быть на уровне от 13 до 20 миллибар, сжиженного не более 37 миллибар. Благодаря современным системам защиты и контроля котел работает качественно и безопасно при любых обстоятельствах. Аппарат оснащен электронной системой самодиагностики с возможностью запоминания последних ошибок в работе.
среди стандартных средств защиты и безопасной работы ионизационный контроль пламени, защита от блокировок насоса и трехходового клапана, термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике, датчик тяги, пресс-состат в системе отопления, который срабатывает при недостатке давления теплоносителя. Также у агрегата имеется предохранительный клапан в контуре отопления на 3 атмосферы и система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС. Преимущества: высокий КПД от 91%, первичный теплообменник из меди, пластинчатый теплообменник сделан из нержавеющей стали и легко снимается при помощи отвертки, турбированный котел, регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС, цифровая индикация температуры, система защиты от блокировки насоса и трехходового клапана, автодиагностика, подключение теплого пола, адаптирован к российским условиям, многоуровневая система безопасности, подключение внешнего управления, возможность недельного программирования режима работы системы отопления. Давайте посмотрим отзывы реальных пользователей этой модели, которые я нашел в интернете. Сначала негатив. Дорогой ремонт и запчасти. Завышенная стоимость. Шумит, но не принципиально. Но есть и позитивные отзывы. Хорошее качество сборки. Заработал сразу, без дополнительных настроек. Надежный агрегат, прост в монтаже и установке. Довольно понятное управление. Возможно, вы станете владельцем этой модели газового котла. В комментариях под видео можете поделиться своим отзывом. Напоминаю, что подборку лучших цен на данную модель вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Всем пока!